на детской площадке с Аряшей. Вот тут тарзанка. Ой, как весело. Вот моя красавица. Плохо зацепилась, да, Аряшка? Ну ничего. Вторая попытка, да? Тогда вторая попытка. Ну сейчас получится. Девочки, дайте, пожалуйста, чтобы она еще раз попробовала. Дадим. Молодцы, какие добрые девочки. Давай, Аряшенька, ты просто плохо села. Давай, Аряша. Хорошо, надо садиться и ручками держаться. Молодец, давай. Вот, молодец. Молодец. Умничка. Видишь, как хорошо, повезло тебе. Девочки тебе разрешили, да? Молодец. Да. Давай теперь. Вот. Прокатилась, а теперь, видишь, надо тарзанку поднять на горку. Следующие там скатываются. Вон как весело. Ух ты! Видишь, как они весело тут катаются на тарзанке. Это район Воробьевых гор. Недалеко набережная, метро Воробьевы горы. И вот здесь мы отдыхаем на детской площадке. Так, кто там следующий? Вот девочка еще одна. Вот как шустро, вот как она. Маленькая, посмотри, какая шустрая девочка. Молодец. Вот как. Кидает со стороны в сторону. Вот такая малышка. Вот Аряшка довольна. Нравится ей тарзанка кататься. Очень интересно, столбы, главное, поставили как-то они их. Видишь, как каждый столб наклонен. Интересно, вот желтый столб, голубой. Также он наклонен. Интересно. И вот так они все. Вот еще столб один. Интересная задумка. Очень интересная. Вот такой фонарный столб. Видишь, как он искривлен. Если бы был бы прямой, уже как-то было бы не очень интересно. А так вот интересная задумка. Еще девочка одна присоединилась. Ну, они хорошо, они скандалят, по очереди катаются. Сейчас Аряшина очередь будет. Аряша, сейчас твоя очередь? Сейчас Аряшина очередь, да? Давай, хорошо, усаживайся. Давай, Аряшенька. Аряшина очередь, да? Аряша, да. Вот, молодец, давай. Вот она, молодец какая. Нравится ей. Ух ты! Так подбрасывает прям. Молодец. Вот такая радость на детской площадке.